Далее, налог отстаивает. Реклама. Радио BBC. Бывшим президентом США Джимми Картером, отцом водородной бомбы Эдвардом Теллером, участвовал в создании международной организации ученых против ядерной войны вместе с Карлом Саганом. Года. Внимание, 30 секунд старта. Сколько разогнать? Старт. Итак, стартовал первый из сегодняшнего российского света. Групповая гонка стрейк. Четыре круга. Последний круг гонки. Последний круг. Последний круг. И, внимание, финиш. Станислав Рудой. Станислав Рудой. Брычак, еще один круг. Брычак, Яковлев, еще один круг. Еще один круг, Брычак, Яковлев. Вторым финиширует Андрей Гладкий. Посмотрим. Ну и третье место. Третье место Андрей Шикера. Андрей Шикера занимает третье место в этой группе. Валентин Григоренко. И потом Сергей Красков. Финиш гонки. Финиш. Финиш гонки. Финиш гонки. Финиш гонки. Финиш. Через двор. Через двор. Дуглас, это ты? Я вот Дуглас с вами, знаешь? Куда проехал спор? Я для чего здесь стою? Самолю! Дверь, я дернулся и вывалил.